Здравствуйте, дорогие друзья! Ребята, мы продолжаем работать с вашими замечательными вопросами. Поэтому, если вы еще не задали ваш вопрос, обязательно пишите его под этим видео комментарием. Мы разбираем каждый вопрос и отвечаем на каждый. Обязательно пишите, ребята. И вот сегодня у нас три вопроса, которые примерно складываются в одном направлении. Первый вопрос от Сергея Лиграя. Алексей, подскажи, пожалуйста, по поводу набора массы при периодическом голодании. Мне 33 и всю жизнь 65 килограмм плюс при росте 177. Реально ли при ПГ набрать хоть какую-то массу? Я всю жизнь питался на массу, но без результата. Второй вопрос от нашего подписчика с ником BitGo, который он задал на платформе YouTube. Такая же фигня. 170 рост, вес 62-63, спортпит пил, гейнеры пил, протеины и нифига. Смайлик. Вес очень медленно набирался, но очень быстро и падал. И Татьяна Дулова. Привет, Алексей. А кому показано ПГ? Я очень худая девушка в качестве запуска похудения. Оно мне не нужно, но ты транслируешь ПГ как средство оздоровления, в принципе, правильного питания. Так, вот эти вопросы, ребята, мы сегодня с вами разбираем. Поехали! Ребята, и перед тем, как я дам ответ на эти грандиознейшие вопросы, я призываю вас записываться в ряды наших марафонцев. Отправляйте заявку для участия в моем ПГ-марафоне. Как это сделать, вы найдете под видео. Что такое ПГ-марафон под моим видением, вы найдете, перейдя по ссылке здесь. Поехали разбираться с вопросами. Ребята, это касается мальчишек, это касается девчонок. Вы просто огромные молодцы. Спасибо вам огромное за такие замечательные вопросы. Сегодня мы примерно в одном ключе работаем. Мы работаем с худощавым телосложением. То есть это эктоморфы. Ребята, ваша масса преобладающая, сухая, с малым процентом содержания жира, и только спустя годы с таким телосложением вы начинаете откладывать жир внизу живота, потому что генетически у вашего типа телосложения такая конституция. И, к сожалению, при неправильном питании так происходит очень эстетически некрасиво. Особенно, когда идет высокий мужчина или женщина, он весь худощавый, а внизу прям вот это вот прилипшее, просто сальное какое-то, это депо непонятных, фу. Поэтому, друзья мои, вы очень правильно формируете вопрос, можно ли использовать ПГ для набора массы чистой, красивой, для того, чтобы приумножить свое здоровье. Я вам скажу да, да и еще раз да. Но с одной поправкой. Когда мы говорим о массе, о классическом наборе массы, мы говорим разных атлетах, которые говорят, я на массе пью вот этот гейнер, я ем вот эту тонну риса, и я еще использую вот такой целый стек препаратов, которые все вместе дают возможность организму перейти в анаболический режим удержания мышечной, жировой и водной массы. Потому что, ребята, в первую очередь я хочу, чтобы вы знали, что в тех случаях используются запрещенные препараты, используется допинг, который позволяет организму держать ненормальную для его генотипа массу. И вы, будучи натуральными атлетами, будучи людьми, которые не используют допинги, должны понимать, что ваш путь строительства тела будет очень длинным. Ваш путь набора будет очень длинным. Почему? Когда вы используете спортивное питание, масса набирается быстро, но еще быстрее уходит. Потому что ваш организм не предрасположен генетически для удержания лишнего чего-то. А в этой ситуации, когда мы используем гейнеры, это супер низкокачественная говномасса. То есть это дичайшие дешевые сахара, это дичайший дешевый абсолютно бестолковый белок, которые дают просто тупое количество калорий, которые организму некуда девать. Он начинает все в сало складывать, и ваша масса на весах растет именно от этого, для того, что вы мышцы набираете. Когда я говорю о качественном, медленном наборе мышечной массы, плотности тела, тонуса тела, у девчонок точно так же тонус повышается. Этот процесс длится годами. Я говорю о том, что ваше строительство должно включать в первую очередь ПГ, потому что это позволит вам увеличить ваш естественный уровень гормонов. На чем строится любая мышечная масса? Я только что говорил, у атлетов, которые используют допинг, их гормоны извне много и большая масса. Ваши гормоны внутренние, их мало. При помощи ПГ, тренировок и питания, интервального голодания, вы будете стимулировать свои гормоны, повышать их на хоть и небольшое количество, но для вас это будет драматическая разница. И закрепленная эта дисциплина в годах, ребята, я вас сейчас не буду кормить сказками, что за месяц, за
за еще какие-то там 8 недель, херня это все. 8-12 недель это циклы запрещенных препаратов, которые, да, действительно строят, но за те же 8-12 недель оно слетает все к чертям. Вы ориентируетесь на цикл год, 2, 3, 4, и вы набираете 1, 2, 3, 4, 5 килограмм сухой массы, находясь в качественном избытке. Что такое качественный избыток? Вы можете посмотреть мое видео, которое называется «Масса». Также я вам сейчас могу это сказать, ребята, качественный избыток, на мой взгляд, это плюс 300-400 калорий. Потому что в противном случае вы больше не съедите. Да и зачем вам нужен этот лишний сальный жировой запас? Вы же уже напарывались на этот же айсберг с гейнерами. Не нужно переедать, набирать сало и говорить, я набрал массу, а потом это все сливается. Тренировки. Один раз в неделю силовая мощная, один раз в неделю высокоинтенсивная интервальная тренировка. Ваша ПГ, ваша качественная избыточная калорийность плюс 300-400. Ваш 1 грамм белка на килограмм массы тела это вот так за глаза. Ребята, я вам честно скажу, не заморачивайтесь. 2-3 грамма на килограмм массы тела это все прерогатива, опять же, допинговых атлетов. Ваш натуральный организм ни в коем случае не среализует такое огромное количество белка. Не нагружайте мочеполовую систему, не нагружайте почки, не нагружайте печень. Тренируйтесь, повышайте уровень ваших анаболических гормонов, удерживайте уровень инсулина низким, удерживайте уровень гормона роста высоким при помощи ПГ, тренировок. И тренировки, закрепленные в годах, позволят вам набирать качественную массу очень медленно, но вы будете удерживать эту массу, вы будете удерживать эту силу. Это ваш путь натурального спортсмена. Это ваш путь, который в первую очередь должен приносить вам удовольствие. В противном случае, если вы будете постоянно тыкаться на часы, смотреть, когда же я уже наберу, когда же я уже наберу, это все просто лимитировано. Ваша мотивация не должна быть прежде всего подпитана быстрым результатом. В первую очередь вы получаете удовольствие от процесса, во вторую очередь вы получаете бонусы от полученного удовольствия в виде удержанной сухой мышечной массы. И поверьте, друзья, когда вы будете строить 5 лет, 7 лет, 10 лет, ваше тело точеное, просто красивейший рельеф. И на эктоморфном телосложении это божественно, это настолько круто, точеная, крепкая та мышечная масса, которую вы можете удерживать всю жизнь, тренируясь, получая удовольствие, будучи примером, когда вы можете пробежать 20 километров, когда вы можете потянуться 20 раз, когда вы можете сделать 5 выходов силов подряд. Вот это качественная, здоровая мышечная масса, которую вы должны ставить за приоритет, но ее достижение не должно быть финальным результатом. Самое важное – это приключение к здоровью. Спасибо вам огромное, ребята, за ваши вопросы. Это ответ о том, как строить свое тело, о том, как строить себя, не зацикливаясь на каких-то классических формулах, таких как «боже-боже, больше гейнера», о том, как «боже-боже, скорее в зал 7 раз тренироваться». Это правда, ребята, это то, как работает ваше натуральное тело с вашими настоящими гормонами. Не позвольте себя одурачить тем, кто пытается продать вам спортивное питание, тем, кто пытается подать фальшивый пример, показывая свои достижения с использованием допинга. Ставьте за своего кумира здоровье в первую очередь, а во вторую очередь ваше приключение длиною в жизни, получение удовольствия. Это, ребята, основные цели, которые принесут плоды. Ребята, мы отвечаем каждый день на ваши вопросы, поэтому, если вы еще не получили ответ, обязательно пишите его внизу. Палец вверх этому видео, подписывайтесь на канал, а мы двигаемся, ребята, только вперед!